себя. Ну, наверное, ты его достал, или иначе чего он достал. Ну, так извини меня, он старше, а ты младший. Еще не хватает, что ты ему будешь. Саш, не надо эту дедовщину развивать. Пусть будет. Нет. Должен всегда знать свое место. Так нам к Ире надо будет заехать. Ой, зачем ты? Хочешь работать за яйцами? За яйцами. У нас с яйцами плохо. Нет. У нас за деревенских яиц. Почему бы я не взяли взять? Жене все так сидеть. А сам твой? Здесь нет вас. Вот. Да нет, тот. Вон там. Говорим в стекле. Ой, свобода. Свобода. Они не разбиты, они, наверное, просто... Они разобраны. Утята, кусята. Брыли рядом. Брайлята. Кахачиков полуотрасли. Дома покупают, обживаются. Они в домах организовывают там рестораны и прочее. Они удивительно, что этот магазин не купили. Большой какой-то магазин. У них хорошо получается торговать. Обслуживать, почему нет? Смотрю, все магазины в Красном Роге, в которых я была, все хачковские. Естественно. Что? Я тебе сейчас тресну. На, держи, шпендрик. А он ее уже отдавал назад. 100 раз мне туда сюда. Машинами, механиком. Почему обязательно? Нет, он будет артистом. Я буду тюнером машины. Тоже неплохо. Саш, любая работа, которая у тебя будет получаться, и получаться лучше, чем у других, это всегда достоинство. Даже если ты лучше других гвозди забиваешь или ямку копаешь. Поэтому любая работа хорошая. Когда человек мастер, то рано или поздно он становится высокооплачиваемым мастером.